Добрая рубрика «Каждый четверг». Мы представляем вам волонтера Алену Журавлеву. Здравствуйте, Алена. Здравствуйте. Ну, представьте нашу еще одну гостью. Девочку у нас зовут Калина. То есть девочка с нелегкой судьбой. У нее проблемы с челюстью. То есть ее сбила машина в июне месяце. И удар пришелся в область челюсти. И сейчас вот Калина ищет хозяина. Так. То есть вот мы... До этого она тоже бесхозна была? Да, она то есть была уличная собака. То есть... Правил не знала дорожного движения? Ну да, возможно. Где вы ее нашли или, может быть, вам ее передали? Как это вообще случилось, да, что она у вас оказалась? Я гуляла со своими собаками возле дома и увидела вот собаку, лежащую на дороге. То есть ее вот сбила машина, она в луже крови, можно так сказать, лежала. И вот мы доставили ее в клинику. У нее была проблема с челюстью, то есть был открытый перелом челюсти и со смещением. А врачи думали, что даже не соберут челюсть, потому что там визуально было все очень сложно. Помогли, собрали финансы. Ваша рубрика также помогла нам. Мы до этого ее вам тоже выставляли. То есть вот собрали челюсти. Но собачка сейчас на жидком корме. То есть она не сможет есть косточки и не сможет сухой корм кушать. То есть вот собака. Но правильно мы понимаем, что она больше вообще не сможет так кушать? Или что-то? Нет, она не сможет. То есть у нее теперь пожизненный жидкий корм, мягкий корм. То есть собака за себя постоять не сможет. У нее проблемы. Но она вот сейчас так робко здесь стоит. А она всегда такой была? Нет, она не всегда, просто она... Немного побаивается. Да, побаиваться. То есть, а так она очень жизнерадостная девочка. То есть она очень такая дружелюбная. Красивая, ухоженная и ждет своего нового хозяина. Есть номер телефона, по которому можно позвонить, каким-либо образом помочь. Да? 8-983-293-41-27. Ну и мы желаем и Калине, и всем тем, кто рядом с вами находится, другие питомцы, чтобы они не оставались в одиночестве, правда же? Да. Чтобы находили свой дом. Это очень важно. Каждый четверг, как сказал в начале Антон, добрая рубрика в нашем эфире. Сегодня вот познакомили вас с Калиной.